Galaxy 95-100 дней. Практически очень хороший период вегетационный именно для капусты, которая имеет хранение до 3 месяцев и которая идеально подходит для второго оборота. То есть хорошая круглая головка. То есть я повторю, не овальная, а именно круглая. Очень хорошо смотрится в сетках. Зеленая, имеет приятный такой восковый налет на зеленом фоне, который, соответственно, говорит о том, что она меньше как бы устойчива немножко к трипсам. Вот. И, в принципе, отличный товарный вид, идеально подходит именно для второго оборота, даже с периодом хранения, с реализацией где-то до февраля месяца. Вот такого плана головка, 2,5 килограмма. Отличная, круглая. Ну, мне, например, лично со всех капуст Талины, вот это, ну, вот, нравится, действительно, капусты достойные. Вот, в разрезе чуть немножко свет, так, да. Ну, небольшая кочерыга и при этом плотная. Плотная, хорошая, я же говорю, с весом 2,5 килограмма. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.